Лето – время года, которого с нетерпением ждут все школьники, да и родители тоже. Но чем занять ребенка во время долгих каникул, чтобы 3 месяца прошли с пользой? Ответ на этот вопрос есть. В областной столице начал работу детский лагерь Академии спорта. Первая смена – олимпийская. В ней будут совмещать тренировки с мастер-классами и развивающими занятиями. Мы очень много анализировали лагерей, которые проходят в России и за рубежом. И увидели новую тенденцию, ее с удовольствием поддержали. Это чтобы за смену ребенок не просто занимался физической культурой. Мы за смену ребенка учим какому-то определенному навыку, который, ну, как мини-экзамен или мини-выступление, в конце смены мы демонстрируем перед родителями. Ребят ждет сбалансированное питание по примеру лагеря «Артек». В программе активности плавание, игровые виды спорта и в зале, и на свежем воздухе. Формирование штата мы начали еще с января месяца. Здесь идет именно полное вовлечение ребенка в олимпийское движение, в историю. То есть это то, что действительно именно с точки зрения правильной подачи для детей, чтобы им это стало интересно и чтобы он, придя домой, захотел даже сам что-то еще изучить. Открыл олимпийскую смену лагеря двукратный чемпион мира по боксу, участник игр в Афинах Евгений Макаренко. Если не сможем задействовать на все лето детей, чтобы они перерыв не делали своей спортивной подготовки, чтобы они уже к сентябрю месяца были уже готовы к дальнейшим подвигам, дальнейшим победам. Вот. А обычно лето они, как правило, где-то болтают, то бабушки уехали, то еще куда-то. И, как правило, с сентября уже форму теряют, им начинать надо опять заново. Первая смена в Академии спорта продлится до 14 июня. Старт второй – 17-го.